столице полдень. В эфире 24KZ. Новости. В студии работаю я, Тимур Сапаров. Добрый день. 180 новых проектов обрабатывающей промышленности намерены запустить в 2024 году. Общая стоимость 1,5 триллиона тенге. Это позволит создать 18 тысяч новых рабочих мест. В приоритете импортозамещение и повышение экспортного потенциала казахстанских товаров и услуг. Об этом говорили на заседании Совета отечественных предпринимателей под председательством премьер-министра Казахстана. По словам Алихана Смаилова, в этой работе важно максимально задействовать свои кадры, сырье и товары. Правительство продолжит работу по созданию благоприятных условий для развития конкурентоспособных предприятий, отметил премьер. К слову, по итогам прошлого года внешнеторговый оборот обрабатывающей промышленности составил больше 74 миллиардов долларов. За два года в государственную казну вернули порядка 1 триллион тенге незаконно приобретенных активов. Об этом рассказал во время заседания в правительстве премьер-министр Алихан Смаилов. За время работы выявили больше 300 объектов движимого и недвижимого имущества, в том числе больше сотни за рубежом. Во время заседания обсудили также вопросы включения новых имен в реестр лиц, которые незаконно приобрели активы. Всех их проверят. Полученные данные о ценных бумагах стоимостью 448 миллиардов тенге. Изучаются банковские транзакции на 220 триллионов тенге, в том числе подозрительные операции на 1 триллион 400 миллионов тенге. Наша общая задача – обеспечить возврат незаконно выведенных активов и использовать их на благо общества и государства. Мы вынесли комиссии внесение в суд нескольких исков об обращении в доход государства активов необъяснимого происхождения, законность которых не подтверждена нашими проверочными мероприятиями. Комиссия рекомендовала по этим материалам комитету обратиться в суд. В Казахстане планируют увеличить долю электронной торговли до 20% к 2030 году. Для этого намерены поддерживать отечественные онлайн-магазины, развивать курьерские службы и транспортно-логистическую инфраструктуру. Сейчас показатель на уровне 13%. К слову, за прошлый год товарооборот в отрасли превысил 2 триллиона тенге. Через интернет в основном казахстанцы покупают товары для дома, одежду, обувь, продукты питания, косметику и лекарства. В профильном министерстве заявили, на внутреннем рынке превалируют отечественные интернет-площадки. Больше 80 тысяч компаний осуществляют свою деятельность так или иначе посредством глобальной сети. Сегодня казахстанский рынок электронной торговли, он в целом разнообразен. Он представлен, получается, как так называемыми банковскими маркетплейсами, которых мы все знаем. Это, по сути, маркетплейсы банков второго уровня. Это и Каспи, и Халык, и Жусанмарт, и Фортемаркет. Помимо этого представлены также Wildberries и Озон. Кроме того, у нас активно развивается сегмент e-grocery. E-grocery – это именно заказ продуктов питания и продуктов первой необходимости в онлайн-формате. На казахстанском рынке много отечественных интернет-площадок, но все они мелкие. Большая часть товарооборота проходит на зарубежных сайтах, говорят представители отрасли. Чтобы ситуация изменилась, говорят бизнесмены, нужна поддержка, например, при получении лицензии. Кроме того, необходима доступная по цене и ответственная курьерская служба, а еще субсидии. Также требуют вложений в создание и разработка маркетплейсов. Есть большая разница в понятиях онлайн и офлайн торговля. Если субсидирование строительства торговых центров производится у нас сегодня, то субсидирование разработки маркетплейсов не производится. Хотя причина, почему торговые центры вошли в строительство, в субсидирование, это как раз-таки уход от черного нала, приход к безналичным платежам. Так давайте задумаемся. Где проведение платежей, в торговом центре или в онлайн-маркетплейсе, будет на 100% онлайн. То есть это будет кэш-поток, который будет регулироваться полностью. Продолжаем выпуск. На 70 миллионов тенге оштрафовали нарушителей за стихийные свалки в Астане. Об этом сообщили в пресс-службе акимата города. С начала прошлого года на столичные полигоны вывезено больше 100 тысяч тонн мусора. Полицейскими выявлено 17 тысяч нарушителей правил благоустройства. Также департамент экологии оштрафовал горожан за несоблюдение экологических требований более чем на 1 миллион тенге.
Антикор задержал мошенников, выдающих себя за вице-министров и акимов. Таким образом, двое граждан Мангоставской области незаконно завладели земельным участком. Плюс за вознаграждение обещали закрыть глаза на нарушения в детском саду. Дело передали в суд. Сания Кубжасарова расскажет о других, не менее громких мошеннических кейсах. Далее рубрика «По факту». Казахстанцы передали мошенникам больше 14,5 миллиардов тенге. Такие баснословные суммы насчитали в Антикоре. Это по итогам прошлого года. Тогда в производстве находилось 159 уголовных дел. Из них около 40 связаны с подстрекательством к даче взятки. В результате 133 человека судили. Вот вам один из таких громких кейсов прошлого года. Менеджер по проектам компании «Самрук Казына Девелопмент» и директор товарищества получили взятку. Ее размер более 52 миллионов тенге. Это цена за пересмотр итогов конкурса по реконструкции участка автомобильной дороги от Щучинска до границы Российской Федерации. Фигурантов дела приговорили к 7 и 6 годам лишения свободы. Если верить статистике, нельзя сказать, что подобных фактов стало больше. Однако их не стало меньше. Мы ежедневно с ними сталкиваемся. Фактов много. От пресловутых получения водительских удостоверений, участия в тендерах или когда, прикрываясь именами высокопоставленных чиновников, решают более глобальные вопросы. Например, по предоставлению месторождений или помочь в решении вопроса по начатому досудебному расследованию. Махинации с тендером провели и в Кызылординской области. Учредителя одной из компаний убедили решить вопрос через карман. За 105 миллионов тенге обещали прописать в договоре удобную сумму за оказание услуг, а именно за устройство нефтяной скважины. Эти работы оценили в 1,5 миллиарда тенге. Виновных отправили за решетку на 10 лет. Чаще всего мошенники – это те люди, которые никакого отношения не имеют к госслужбе. Они, прикрываясь знакомствами в той же тендерной комиссии или именами высокопоставленных чиновников, вводят в заблуждение граждан, выбивают многомиллионные суммы и потом пропадают. Тот, кто вручил им деньги, не заявляет о факте мошенничества, потому что он сам уже стал участником коррупционного процесса, передав взятку, и ему тоже грозит срок. У него возникает мысль, что коррупционер – это чиновник, которому посредник передаст деньги. За дачу взятки можно отделаться штрафом, либо получить срок, причем длительный. Уголовный кодекс предусматривает ответственность также за подстрекательство и мошенничество. До населения нужно донести одну важную мысль. Сегодня многие государственные услуги цифровизированы. Многие документы сейчас оформляются онлайн. Автомобиль, недвижимость, какие-то нотариальные документы заверить. Все можно оформить онлайн. Люди из-за незнания или нехватки информации идут на поводу у недобросовестных граждан. Сферы здравоохранения и образования по-прежнему самые коррумпированные. Так, в Жамбылской области работники городской многопрофильной больницы похитили 758 миллионов тенге. Подозреваемые – замглавврача и бухгалтер. В Северо-Казахстанской руководитель районного отдела образования, подписывая акты выполненных работ, закрыл глаза на нарушения, допущенные во время ремонта школ. По обоим случаям идет досудебное расследование. Это по факту. Всего доброго. Полиция установила автора анонимного сообщения о якобы готовящихся вооруженных нападениях на актюбинские школы. Им оказался 18-летний уроженец одной из стран ближнего зарубежья. Сообщили в полиции. Там призвали не поддаваться на провокации. Тем не менее, накануне рядом со школами выставили полицейские наряды, а внутри усилили пропускной режим. По данным городского отдела образования, сегодня учеба проходит в штатном режиме. В первую смену обучаются почти 58 тысяч детей. Сейчас на уроках присутствует 8 558 школьников. Это 14%. Во второй смене занятия также будут проходить в штатном режиме. Дети, которые пропустили уроки, обязательно пройдут пропущенные темы.
К другим темам. Западноказахстанские фермеры не могут реализовать молоко. Пункты приема работают только в 4 из 8 комбинатов региона. Сейчас местные власти ведут переговоры с потенциальным инвестором. Планируется, что компания построит крупный молокоперерабатывающий завод. Это должно решить проблему и обеспечить местных жителей молочной продукцией отечественного производства. Вот уже 10 лет Канат Дакешев разводит скот молочного направления. В хозяйстве сейчас свыше 200 голов симментальской породы. Молоко он поставляет в местные супермаркеты. Там его перерабатывают своими силами. Фермер планирует увеличить объемы производства. Но с реализацией много вопросов. Через СПК «Ржайк» по решению комиссии нам выделено 1 миллиард тенге. На эту сумму мы должны закупить 400 голов, оборудование, технику. И этот проект мы должны запустить вот в этом году. У нас в области нет завода, перерабатывающего молока. И если с 400 голов, мы думаем, будет доиться 300 голов. А если 300 голов, 8-10 литров считать, это 3 тонны молока. Да, день 3 тонны молока, это только с нашего хозяйства. По данным профильного ведомства, общее количество крупнорогатого скота в регионе составляет около 900 тысяч голов. За последние 2 года численность увеличилась на 10%. Наращивать поголовье есть все возможности, но фермеры вынуждены сокращать стада. Это в первую очередь связано с орошением, это корма, потому что на нашем хозяйстве орошения нет, мы над этим работаем. В первую очередь, без кормовой базы я не вижу смысла наращивания поголовья. Но мы вынуждены были сократиться, потому что в 2021 году был очень тяжелый год, очень засушливый. Вот. И, соответственно, ну там и по ветеринарной части высекли аспекты. Сегодня молочную продукцию в регионе производят 8 комбинатов, но сырье принимают лишь 4. В результате местные молокозаводы закрывают лишь 1/5 часть потребности региона в молоке. По словам властей, решить проблему позволит открытие новых производств. До конца года здесь планируют запустить 4 молочно-товарные фермы, еще одну в 2025-м. Также используют потенциал госпрограммы «Аул Аманате». Ее участники завезли в прошлом году в область 4000 коров молочных пород. Теперь встает вопрос, мы производим молоко, а куда его девать? То есть здесь в области должно появиться современное предприятие по переработке молока. Есть потенциальные инвесторы. Сейчас представители нашей области ведут переговоры с инвесторами. Основное их требование, мы должны гарантировать определенный объем молока. Специалисты уверяют, новый молокозавод позволит полностью обеспечить продукцией внутренний рынок. Как показывает статистика, ежегодно западноказахстанцы потребляют 112 тысяч тонн молочки. Сегодня большую его часть в регион поставляют из других областей, а также России и Беларуси. Альбина Кумаргалеева, Ербол Медагалиев, Булат Джалгасов, 24KZ, Западно-Казахстанская область. Аграрии Туркестанской области приступили к посадке капусты. В Мактаральском районе уже высадили ранние сорта на площади 160 гектаров. На полях трудится более 4000 рабочих. Всего в этом районе под ранние сорта планируют отвести 500 гектаров. А в Келесском районе, в сельском округе Актобе, эту сельскохозяйственную культуру уже высадили на площади 20 гектаров. Если погодные условия будут благоприятные, то аграрии надеются собрать с полей 2-3 урожая за год. Высаживаем рассаду на площади 5 гектаров. На полях работают около 50 человек. Все жители этого села. Платим им 6 тысяч тенге в день. Посадим капусту, свеклу и снова капусту. Таким образом, за год получаем 2 вида овощей. Под посадку капусты подготовили 1383 гектара. Высадили уже на площади 180 гектаров. Планируем получить урожай 2-3 раза. В прошлом году под эту культуру отводили 1665 гектаров. Работали 320 хозяйств. 3 миллиарда тенге в рекордные сроки освоили в Кызылординской области. Средства выделили в прошлом году по программе «Аул Аманате» на поддержку предпринимательства. За 2 месяца, ноябрь и декабрь, в этом регионе реализовали 407 проектов, создали 33 производственных кооператива и больше 500 новых рабочих мест. Как программа помогает развивать сельский бизнес, узнавала и моя коллега Райхан Тажибаева.
Идею переработки овощных культур Канат Мусаев из Чилийского района вынашивал давно. Воплотил ее в реальность только сейчас. В родном селе Бидайколь аграрий с 20-летним стажем объединил хозяйство в производственный кооператив. По программе «Аула Маната» получил кредит 27 миллионов тенге. Запустил цех по производству томатной пасты и консервированных изделий. Сертификат «Етенг жазда дайндайм». Готовим сертификат на выпуск салата в сацебели, лечо, осенний огонек. Планируем запустить еще одну линию по производству варенья из дыни и помидоров. Цех выпускает до 2 тонн готовой продукции в сутки. Хотим увеличить ассортимент до 15 наименований. А эту кондитерскую жительница поселка Щеле Жансая Имантаева открыла 3 года назад. В конце прошлого года получила 7 миллионов тенге по программе «Аула Маната». Средства помогли ей открыть 2 магазина, трудоустроить 12 человек и увеличить ассортимент продукции до 40 наименований. Думаем открыть еще один кондитерский цех и увеличить объемы производства. Для повышения конкурентоспособности берем мастер-классы у лучших зарубежных кондитеров. Обучаем специалистов в России, применяем в производстве новые технологии. В рамках программы «Аула Маната» реализуют в регионе и узкопрофильные проекты. Один из них – открытие соляной комнаты в Чилийском районе для лечения и профилактики болезней сердца и дыхательных путей. Другой – запуск птицефермы в сырдарийском селе Бесарых. Проект обеспечит регион собственной продукцией. На 23-й год было выделено 100 миллиардов тенге, из которых 75,5 миллиардов тенге освоено. Выдано около 12 тысяч микрокредитов. Именно если по Кызылординской области взять, было выделено 3 миллиарда и освоено полностью. В этом году на реализацию программы «Аула Маната» государство потратит еще 100 миллиардов тенге. При этом финансирование проектов по Кызылординской области будет увеличено в 2 раза. Райхан Тушибаева, Хан Алиев, Кызылординская область, 24 KZ. Акмолинские ученые-агрономы выводят новые сорта зерновых и кормовых культур. Исследования особенно востребованы на фоне засух последних лет. Они сильно ударили по хозяйствам региона. Ученые стараются вывести засухоустойчивые и приспособленные к климатическим изменениям сорта сельхозкультур. Но вот с их последующим распространением среди фермеров региона все не так просто, сетуют агрономы. Подробности в материале Аслана Абуталипова. Гульмира Валиева занимается выведением семян кормовых культур вот уже 3-й год. Она даже выиграла грант. Каждый год теперь агроном получает по 8 миллионов тенге на проведение исследований. Совсем недавно ей удалось получить экспериментальные семена многолетней травы – люцерны. Люцерна ориентирована на кормовую массу. Ее и возделывают в основном на кормовую массу в целях корма. Но почему сдерживается ее широкое воспроизводство? От того, что не хватает семян. И мой проект ориентирован на то, что мы занимаемся выведением сортов, которые дают наибольшее количество семян. Селекционер с многолетним стажем Уалихан Сагалбеков за последние годы вывел десятки новых сортов кормовых культур и получил около 40 патентов. Особенно впечатляют семена таких многолетних трав, как люцерна, доник и кострец. Их урожайность на пробных полях достигает 3 центнеров с гектара. Фермеры сильно нуждаются в них, но не у всех есть возможность приобрести в достаточном количестве. Вот они хотят видеть, вот когда мы проводим день поля, полевые семинары проводим. Мы показываем эти сорта, они готовы взять. Но у них, к сожалению, финансов нет. Я же не могу бесплатно все это отдать, потому что мне надо же еще дальше закладывать свои опыты, дальше надо создавать более совершенные сорта. Они просят хотя бы там килограмм, а килограмм люцерны, то есть 10 тысяч стоит. Как отметили эксперты, сейчас в аграрной науке наблюдается недофинансирование и дефицит кадров. Вместе с этим во многих сельскохозяйственных научных центрах устарела материально-техническая база. Только в одном Кокшетауском опытно-производственном хозяйстве оборудование изношено почти на 80%. Финансирование научных проектов в сельском хозяйстве осуществляется на конкурсной основе. В конкурсах участвуют как государственные, так и частные предприятия и лаборатории. Частных зарплаты выше, условия лучше, соответственно, кадров больше, поэтому государственные научно-исследовательские центры часто уступают им. Нет системного финансирования, но сейчас ситуация меняется. Все больше ученых получают гранты, есть определенная поддержка. Ученые подчеркивают, необходимо сделать научно-исследовательские центры конкурентоспособными. Так, Кокшетауское опытно-производственное хозяйство примет участие в государственной инвестиционной программе. Благодаря ей центр получит порядка 2 миллиардов 700 миллионов тенге до
2028 года, на которую сможет обновить материально-техническую базу. Аслан Абуталипов, Евгений Шинкаренко, Акмолинская область, 24 KZ. Сегодня в Казахстане насчитывается больше 22 тысяч ученых. Это данные Министерства науки и высшего образования. Меньше половины научного сообщества молодежь в стране разрабатывает программы, чтобы вывести отечественную науку на качественно новый уровень и оказать поддержку ученым. Ежегодно на реализацию инновационных проектов их авторам выделяют гранты. Множество разработок уже нашли свое место на рынке. Алишер Рашимов продолжит тему. Раз. Два. Три. Четыре. Ну, так можно продолжать, пока все это не закончится. Эти микрокапсулярные стикеры, разработанные Бейбатом Аманбековым, уникальная находка в сфере пожарной безопасности. Технологию по праву можно считать инновационной. Особенность ее в том, что она оперативно и эффективно тушит пожары. Идет стальная подложка. Вот такая вот стальная подложка. На нее наносится специальный компаунд, который именно содержит микрокапсулы. То есть, если приглядеться, тут миллионы капсул, которые работают именно под воздействием температуры. Стикеры размещают в основном в электрических розетках, распределительных щитах и автоматизированных системах управления. Во время возгорания микрокапсулы разрушаются. Высвобожденный газ заполняет защищаемое пространство и ликвидирует горение, рассказывает автор проекта. Мы думаем, что это будет для нашего народа, для каждого казахстанца это доступным и, скажем так, эффективным средством предотвращения именно пожаров на начальной стадии. Разработки эти велись в течение, наверное, 5 лет, наверное. То есть у нас в составе есть ученые, которые непосредственно 15-20 лет в этой сфере работают. То есть они собирали мировой опыт около, наверное, от 200 до 300 миллионов тенге. То есть это мы сами потратили. Теперь, соответственно, с помощью фонда науки мы вышли, скажем так, с учеными на грант. Выйти на рынок Бейбат Аманбеков планируют уже в этом году. Между тем, в стране насчитывается больше 22 тысяч ученых. Треть из них – молодежь. В основном научные проекты они разрабатывают в сфере агропромышленного комплекса. Для развития человеческого капитала в Казахстане запустили ряд специальных программ. У нас есть проект «Жасхалом». Это индивидуальный конкурс. Там ежегодно выделяется 100 грантов на 3 года. Все это также проходит через экспертизу, конкурс, и самый лучший получает. Сегодня, помимо поддержки уже разработанных проектов, в стране также мотивируют молодых казахстанцев заниматься научной деятельностью. Так, например, запустили специальную жилищную программу. По ее условиям ученые смогут оформить ипотеку по льготным кредитным ставкам сроком на 19 лет. Алишер Ашимов, Ернар Шаксабаев, 24 KZ. Больше 25 миллиардов тенге выделено на финансирование научных проектов коммерциализации в Казахстане. Об этом сообщила заместитель председателя правления фонда науки Алия Симбаева. Конкурсы направлены на поддержку казахстанских ученых и разработку новых научных изобретений. В целом, коммерциализация науки в стране перспективно развивается, подчеркнула спикер. Один из наших проектов посвящен переработке отходов строительства, в частности, производству цемента. То есть это экологическое производство, так как отходы перерабатываются в строительный материал. Более того, сейчас на этот проект есть заказы из-за рубежа. Коммерциализация науки в Казахстане – это новое направление. В 2016 году был принят только закон о коммерциализации технологий. С 2016 года начали выделяться конкурсы. Аэрацию водоемов проводят в Актобе. На реках бурят лунки и ставят в них снапы камыша, чтобы обеспечить доступ кислорода в воду. Его недостаток может представлять угрозу для рыбы. В акции принимают участие и студенты, и будущие экологи. Глубина этого русла реки Сазды достигает 1,5–2 метров. Сейчас толщина льда в нем составляет примерно 70 сантиметров. Первым делом специалисты провели ихтиологический мониторинг и измерили в воде уровень кислорода. Он оказался вдвое ниже нормы. Это может привести к гибели рыбы. Мы используем оксиметр, вот он у меня в руках, с помощью которого мы измеряем содержание кислорода в воде. Содержание кислорода в воде должно быть не меньше 4 миллиграмм на литр. Но на сегодня вот мы проверяли, 2 миллиграмма литр показывает у нас. Это очень мало. Специалисты рыбной инспекции бурят лунки и ставят в них камыш. Делают это для того, чтобы насытить воду кислородом и таким образом избежать возможного замора рыбы. На этом русле планируют пробурить не меньше 200 лунок.
В работе задействуют также насосы. С их помощью воду перекачивают из одной проруби в другую. Замора опасные участки выявляют в ходе ежегодного мониторинга рек. Замор опасный по нескольким причинам. Во-первых, низкий уровень воды. Во-вторых, отмирающая растительность в зимний период, находясь на дне, у нее происходит процесс гниения и выделения углекислого газа. И в ходе этого снижается уровень кислорода. В аэрации наряду со специалистами рыбной инспекции нередко участвуют волонтеры и рыбаки-любители. В этот раз мероприятие поддержали будущие экологи. Студент Кирилл Таранов говорит, что этот опыт оказался и полезным, и интересным. Я узнал сегодня много нового, узнал про технику безопасности нахождения на льду. Также я узнал то, что как правильно работать с буром. Безусловно, вот такая акция нужна на данной реке и не только. Но для того, чтобы все с экосистемой было хорошо. Есть знакомые, которые занимаются рыбалкой и зимней рыбалкой, и они рассказывали, то, что такие акции есть. Я давно хотел поучаствовать в такой акции. Такие же мероприятия для предотвращения возможной гибели рыбы проводят и на других водоемах области. Наталья Салькова, Айнадин Молдабеков, Актобе 24 КИЗ. В этом году исполняется 100 лет со дня рождения выдающегося казахстанского писателя, основоположника казахской детской литературы Бердыбека Сокпакбаева. Человек из страны детства. Под таким названием в Алматы прошел юбилейный литературный вечер. Творчество и жизнь литератора, внесшего огромный вклад в воспитание подрастающих поколений, до сих пор полностью не исследованы, так считает публицист Марат Токашбаев. По его словам, информация о истоках и отечественной детской литературы сегодня очень мало, и этот пробел необходимо восполнить. При этом произведение Бердыбека Сокпакбаева широко известны в нашей стране. Он является автором рассказов «Меня зовут Кожа», «16-летний чемпион», «Мертвые не возвращаются». На них выросло не одно поколение наших соотечественников. При жизни Бердыбек Сокпакбаев так и не получил никаких наград от государства. Его не хотели признавать. Но на самом деле все его творчество – это литература с большой буквы. Его имя по праву занимает свое место в рядах классиков казахстанской литературы. Выставку новинок казахстанских писателей открыли в Алматинской области в художественной галерее Талдыкурганов. Состоялась книжная ярмарка «Жетесу Букфейр». Канат Тлеухан представил зрителям и коллегам свою работу «Женщина на крыше». Произведение обнажило гендерные проблемы современного общества. Обсуждали и многое другое. Член Союза писателей Бейбит Сарабай цитировал классиков, которые утверждали, что книги будут жить вечно. Очень важно сегодня поддержать писателей. У нас читающая нация. Даже в эпоху гаджетов люди не забывают про бумажные книги. Их читают, помечают важные строки. Поэтому подобные мероприятия сегодня очень важны. К этой минуте такие новости. Следите за событиями, происходящими в Казахстане и в мире вместе с нами. До встречи.